Здесь можно будет купить улучшение винтовок, как мы видим. Вот, покупка совершена. Тем не менее, это экономия времени вашей. Улучшение штурмовых винтовок. Так. Давайте дальше будем делать задачи. Все по списку. Естественно, надо быть незамеченным. Так. Вижу противника! Попал! Вижу цели! Если даже оптимизировать снаряжение, можно выбрать винтовку или что-то еще в бою. Интересно, как она покупается, это или нет, как это все происходит. Так, нужно купить за кредиты, я так понимаю, чтобы... Подставишь наших, пожалеешь. Трансляция что-нибудь изменила? Изгои подкинули мне припасов. Они явно хотят подружиться. Как твой друг? Держится. Спасибо, что выходили. Ты слышал что-нибудь про подполковника Уокера? Он работает с ребятами, которых зовут Волками. Раньше был военным советником в Скалтек. Служил в спецназе. Знаешь его? Да. Виделись пару раз. У тебя бешеный взгляд. Какие планы? Как выбраться с этого острова? А что с нами станется, тебя не волнует, да? До Окленда 2000 километров. Далековато придется драпать с поджатым хвостом. Я не драпаю, Мэтс. Километров в 20 от берега стоит корабль ВМС США «Оса». Если я доберусь до него, то вернусь с подмогой. «Оса», да? Как-то не хочется, чтобы по острову шныряла толпа морячков. На борту и морпехи были, если что. Тогда другое дело. Слушай, скажу прямо. Против бывших спецназовцев нам не выстоять. Поэтому кое-кто из наших друзей, поселенцев и сотрудников Скел хочет уплыть на лодках. Они смогут укрыться на Осе? Разумеется. Ладно. Я скажу, где лодки.
Так, надо покинуть этот гин. Уходим отсюда. Вообще нужно выбраться с острова. Так, так на выход. Задача выхода. Нет, само задание так называется. Так, найти способ выбраться из острова. Очень интересно. Что тут происходит? В древний лес пришло великое зло. Три алчные машины пустили корни у прозрачного озера. Они пожирают деревья и высасывают дух самой земли. Наши семьи, наши дети и наши любимые вынуждены были спасаться бегством. Их страшит то, что может произойти с этой святой землей. Тогда почему ты еще здесь? Я надеялась. Надеялась, что духи пришлют воина, который поможет нам в трудный час. Энергия, что струится через наш остров, вышла из равновесия. Из-за этого потрясения земля теперь гниет изнутри. Ну, насчет духов и равновесия ничего не знаю. Но помочь я вам смогу. Эта земля живая. Она населена духами, и они бывают как добры, так и жестоки. Духи даруют нам великие знания. Но они же могут быть неумолимы. Мало кто приходит к их свету, но многих манят их темные силы. И прежде чем сделать первый шаг, тебе предстоит выбрать свой путь. Обратишься к их доброй стороне, они укажут тебе дорогу сквозь тени леса. Воззовешь к их злобной натуре, враги падут перед тобой на колени. Выбор за тобой, храбрый воин. Могучие духи, пошлите нам помощь в эти трудные времена. Я прошу вас о пощаде, духи. Сейчас вот меня не должен видеть, я не знаю, никак. Я вас не трону. Меня прислал Шульц. Вы не похожи на поселенцев. Ну, я работал. Работаю в Скелтек. Мэтс мой друг. Когда пошли эти аресты, он помог нам выбраться. Зачем ты здесь? Мой вертолет прилетел сюда с военного корабля. Он километров к 20 от берега. Я могу доставить вас на борт и вернусь сюда с подмогой. О. Это намного лучше, чем... плыть на лодке до самого Окленда. А где вертолет? Я как раз выясняю. Спрятан где-то?
Моррис Фокс. Это моя дочь Хармони. Приятно познакомиться. Я Номад. Знаешь, мы видели одного вашего. Он представился Хиллом. Джосайя Хилл? Он здесь? Нет. Он помог нам уйти от Сентинелла, но его ранили. Не очень сильно. Он остался у старой рыбацкой хижины, сарая. Я, кажется, даже знаю, где это. Заберу его на обратном пути. Подкрепление. Все в укрытие! Здесь, так. Окей. Еще один диалог. Секунду. Угу. Господи. Эти люди. Видимо, это новая охранная программа. Ох ты, жёшкин год. Я думаю, пока она работает, с этого острова не уйдет никто. Да и приплыть не сможет. Вероятно, так мы вертолеты подбили. Да, вертолет запятый оказался. Я, малышка. Послушай, собери всех этих людей и уводи их отсюда. Что? Помощи не ждите. За вами никто не придет. Угу. Бегите отсюда. Бегите в Эдгин. Ладно, да, понял. Окей, все. А ты-то с нами? Я пойду за моим другом. В здании, где вы его оставили, может кто-то быть. Это наша точка сбора. Отлично, отлично. Удачи. Все. Окей. Задание выполнено, выхода нет, вы защитили. Так, молодцы. Ким, молодцы. Так, новое задание. Начать с нуля. И, в общем-то, я так понимаю, нужно в него, к нему нужно и двигаться. Отлично. Минуя всех. Кого только можно миновать. Один 3 километра осталось у нас здесь. Так. Эй, королева. И кролик. Номад. Так, нас здесь ждут, наверное. Джосайя? Угу. Охренеть. Как я рад, что ты уцелел. Какой чел. Упитанный. Из твоих уцелел кто? Уцелел. Несколько. Но нас разбросало. Окей. Да, мы облажались по полной программе. Как это он пьет, маска закрыта у него, я не понимаю. Рот у него там как. Джосайя. Я видел Уокера. Он охотится на наших ребят. Кого видел? Подполковника Уокера.
Коул Уокер здесь и против нас быть не может. Наверное, так. Не могу поверить. Я ведь им восхищался. Ты в курсе? Выходит, что зря. Ну, какие соображения? Либо это Уокер потопил корабль, либо кто-то из его подельничков. Смотри. Так, ну здесь дневник Джесса Скелла. Можете потом ознакомиться. Сейчас дальше пойдем. Корабль потопил Джейс Скелл. Черт. Получается, все беды из-за этого козла. Я узнаю, где Скелл. У меня знакомые в Скеллтек. Спрошу у них. А я поищу уцелевших. Давай встретимся в пункте Дельта. Договорились. Здравствуй. Смотри, не подставь нас. Мэтс, все люди с пляжа добрались. Кто, уцелевшие? Некоторых из этих ребят я знал еще детьми. Они росли у меня на глазах. Так уж вышло. Так вышло? У нас должен был быть корабль. Морпехи! А что в итоге? Куча мертвецов на берегу! И еще какой-то боец неумеха! Мэтс, боец, между прочим, многих спас. Мою дочь. Это что, пустяк? Знаю. Но этого мало. Не тот случай. Это не конец. Теперь с нами сержант-майор Хилл. Мы остановим Джейса Скелла. Если получится перехватить управление... Стоп, стоп. Вы думаете, это сделал Джейс? Вы что? Он классный парень, мой лучший друг. Сентинел, вот кто виноват. Пойдемте, я вам докажу.
Меня сейчас другое волнует. Мы здесь явно застряли надолго. Ты нам поможешь? Хорошо. Но приоритетная цель — Скелл. Вертолет. Вертолет — нужная вещь. Такая машина. Здесь даже он попроще стоит, но попроще, наверное, не очень. Так, это сейчас быстрое перемещение будет проще, наверное. Наверное, если локация открыта, я не знаю, тоже есть быстрое перемещение, чтобы быстро прыгать и все. Пятьсот метров. Горы. Так. Как пассажир. Можно стрелять даже. Двигай со мной. Этого человека. Вот и все, что я знаю. Спасибо большое за помощь. Скрытый тоннель. Control нажми. Пошарить бы в этом доме. Там явно есть чем поживиться. Новое досье всяких. Форматора вот еще даже есть. Лагерь в долине Скраба. Найдено оружие. Оружия здесь хватает, можно разбирать, а можно воевать даже. Улучшить.
перчатки. За нами следят. Так, это ближний двор. Понимаю, здесь кто-то есть еще. Так, а кто где? Посмотри, зайди на букву И на диск. И у тебя есть это задание же. Там список задач и все. Внизу, внизу, буква внизу. Просто зажми. У меня вот висит добраться до усадьбы Брауна. Какой-то проникнуть в сеть компании наемников. Когда сойдешь в список задач. И сейчас я тебе скажу. Есть список задач. Список. В список задач заходишь. Угу. Есть. Дальше. Зажимаешь. Вверх. Конечно. Желтый. Вот. Сюжетное задание. Смотрю. Смотри, здесь оружие Мария, сержант Браун, стандартный проект Титан. Не задание фракции. Вниз, смотри. Вниз. Эпизод 1, да? Вниз, вниз. Вот и вот. Но это бы чаще не то, оружие не то. Так, показать, показать. Скрытые метки, открыть меню управления. Не то, наверное, да? Нажми Т, просто кнопку Т, нажми английскую. Ну, ты английскую тап, что ли, ты имеешь в виду?
Нет, на диске у меня ничего не происходит. Он скручивает глушитель. И он обратно его прикручивает. Если взять И, я заходил в М-карту. И от карт, с карты я брал... Сейчас я покажу. Время не тратить. Вот, из карты я брал вот эти задания. Вот, я их отсюда брал. Вот список задач, я их оттуда наводил на саму карту. Вот, и вот они у меня висят. На Джейсона Скилла. Вот именно, хочешь в списке задач, жми Т английскую. Так, торфяные болота. Хрен разберешь. Так, куда захочешь разобраться. Так, стоп, сюжетные задания. Первое, да? Сюжетные задания идем же, да? Просто на карте тыкни желтый кружочек. Ну вот смотри. Сейчас. Все, садись в самолет, полетели. Скелл активировал дрон в этом секторе. На нем должен быть GPS-модуль, по которому можно отследить сигнал. Дрон там даже у них имеется. Займите укрытие! Так, снайпера. Джоса, это что? Я нашел трупы наших. Джонсон.
Уивер. Хорошие были парни. Но зачем это Уокеру? Он спятил. После всей той истории с Воном, надо было его остановить. Вон был тем еще придурком. Да. Но все равно можно было иначе. Что ты сделал? Я думал, что по мне сейчас пальнут. Это наша деревня Вон. Это союзники, идиот. Она была с оружием. У нее был ствол. Я никакого ствола не вижу. Нет, у нее было оружие. Видите? Я защищался. Да ты издеваешься. Хватит. И так столько времени на тебя потратил, говнюк. Нет, вы меня не кинете. Ты сам себя кинул. Нет, это все вы. Вы меня гоняли. Господи. Давили. О, да, да. Я все расскажу отцу про вас. Жалкая ты мразь. К папочке пойдешь ныть. Только так и можешь. А каждый раз, когда лажаешь, обвиняешь в этом кого-то другого. О, малыш в беде. Сейчас папочка придет и подотрет тебе задницу. Вот что я тебе скажу. Папочки здесь нет. Нахер! Я хороший солдат! Я хороший солдат! Ничтожество! Вот ты кто такой. Эй! Тише, тише. Вон. Дай сюда винтовку. Ну же. Уокер. Хватит с меня. Уокер, какого хрена ты творишь? Так нельзя! По-моему, можно. И, кстати, если бы я не убил эту шваль, на нас бы могла напасть вся деревня. Нет, так нельзя, Уокер! Остальное ты знаешь. Твоих показаний не было. Это спасло его от тюрьмы. Жаль, что не было. Мы бы не сидели сейчас по уши в дерьме. Нет. Все правильно. Скажи это ребятам, которых он убил. Ты нарыл что-нибудь на Скелла? Вот это было в лаборатории. Эта подземная лаборатория наверняка уцелела. Давай сходим. Не знаю. Хочу последить за людьми Уокера. Понять, чего он хочет. Увидишь знакомые лица? Не беги здороваться. Ты тоже.
Встретимся здесь же. Следующий желтый квест возьми.